Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня бешеная прокачка дальнейшая нашего аккаунта, который, я надеюсь, кто-то выиграет. Либо потом мы его разыграем. В общем, поехали. Мы сегодня взяли новую планочку наконец-то. И у нас сегодня добавилась куча плюх. И, конечно же, у нас сегодня новая донатная имба. Есть уже на аккаунте. Единственное, поехали, позабираем сейчас плюшки все. Я надеюсь, у меня места хватит. Так, забрали вот это и вот это. Ну, последнее забирать пока не буду. И поехали, посмотрим. Так, места у нас есть, хватает. Не, места у нас не особо много. Надо добавить немножко места, наверное. Так вот сделаем. Итак. Чик, бум, 350 пыльцы, мы сейчас пойдем с вами, ребятушки, тащить, дальше нам надо вытащить лиса, у нас уже половина его есть, есть у нас наконец-то на аккаунте Мэри, барда я уже получил, плюс посмотрите на плюхи, дали попутного огника и дуэлянта, и еще дофигища самоцветов, ребята, это все, блин, ну по сути, за пак за 20 баксов, 20 баксов пак, а еще и 4 сумки, нифига себе. Ну, у нас, я не знаю, думаю, скоро очень появится на этом аккаунте лис, кучу других подгонов, реально просто кайфовый день, я уже говорил, смотрите, сколько всего за 20-ку. Вот чем хорош английский сервер по сравнению с тем же самым русским. Такс. Есть, поехали, пробежимся по акциям и будем открывать наши плюхи. У нас некоторые есть. Добьем. Посмотрим, что интересного. А, пират, понятно. Три. Чик. Из коробочек. Так. Островок мы потом пойдем. Так, поехали сюда. А, гифты мы забрали. Фортун Хантер у нас тоже, кстати, есть. Давайте попробуем. А вдруг сейчас... Ай-яй-яй, я уже думаю, сейчас будет лис там, либо этот, Леди Божество. Ну, конечно. Так, пак. Есть у нас настолочка. Сегодня есть и настолка, и хватайка. Поехали. 1000 камешков, отлично. 250. Можно будет какого-то суперпитомца, значит, качать. Отлично, да, если встаете на желейку, дают дополнительный шанс. Так, 2, отлично. Еще 2, неплохо. А, и все, и все. 2 плюс 2, 4 у нас получилось. Так, и тут у нас выбор, что у нас забрать. Ну, конечно, заберем камешки для прокачки. Неплохо. Поехали дальше. Эчи прайс. 4 попытки. Блин, нам бы токенов нахватать. Ну, конечно, как обычно. Нам бы 3 царик токенов словить. Вообще было бы изи. Лучше и 40. 5. Всего лишь 5. 20. Блин, дайте еще 20. Даже 10. А-а-а, чуть-чуть не хватило. Больше пыльцы было. Ну, неплохо и так. А, так, ну, конечно, буду сундуки забирать. Тут даже думать не надо. Так, поехали дальше. Winter Cheer. Ну, тут понятно. Тут халява. Каждых 6 часов. Accumulation Bonanza. Тут у нас тоже, наверное, какие-то плюхи. Не, нифига у нас нету. Plant for Prizes и Проспектор. Ну, поехали еще Проспектор и пойдем с вами открывать наши плюшечки и смотреть, что там у нас интересного есть. И потом, конечно же, пойдем ловить имба героев добивать. Такс. Смотрите. Плюс 50к. Ну, как вам такое? Нормально подгон? Нормально, я считаю. Так, поехали, расходники, посмотрим, что там у нас интересного по расходникам. Сундучки добавились, отлично. Так, хорош. Это хорошо.
Это еще хорошо. Все. Так, 4 сумки лисицы. Что у нас там? Алис говорит 17. Это есть, а по лисичке 120, ребят. 120, нифига, где мы 20? Я уже даже забыл, где этих 20 нашел. Блин, ну... Поехали. У нас, кстати, по героям, по сути, ну, у нас все такое более-менее уже есть. Мишаня, Айслайди, ну это фигня все. А вот этих двое не хватает. Блин, ваш фигня. И все, Мэри уже, считайте, есть. Такс, отлично, с этим разобрались, поехали. Поехали сюда. Так, не сюда, а вот сюда. Давай, рандомчик, удиви нас сегодня. 350. Так, плюс один. Осколок, правда, не герой. Так, Зефир. Блин, давайте лисицу. 5, отлично. Мне нужна лиса. Еще плюс 1. Я вам буду говорить, какие осколки, сколько падает. Остальное, думаю, вы и так знаете. Только чего. Так, 8 осколков Зефира. Неплохо. Блин, да не нужны мне эти расходники. Дайте мне лучше лисицу. Отлично. Плюс 10. 135. Камешки. Плюс 2 осколка словили. Бум. Плюс 5 лисички. 140. Офигеть. Вот считайте, мы лисицу попутно собрали. Нифига себе! Что это было такое? Я что-то сейчас не понял. Я потом на повторе пересмотрю. Сейчас просто вам вот так вот сделаю. 3-3-3. У нас 3 раза подряд упал этот. Какая там у нас... Попробуем сейчас, посмотрим. Потом я на повторе пересмотрю, но это реально какая-то жесть. Так, камень. Блин, давайте мне лиса, нафиг мне эти все расходники. Зефиры уже тоже нафиг не нужны. Так, 1-1. Блин, не хотят. Просто тупо, знаете, то чувство, когда вот... Нужен герой, а он просто 2 осколка. 142. Интересно, сколько это? Уже 26. Все, забили весь фуловый. This is the future. Human error. 23 попытки. Ну, блин, еще осколков бы 20, лиса, и, может быть, нам бы повезло. 2 опять, блин, ну чё за фигня? Пять, два, 150. 150, ну уже неплохо. Еще десяточку, 160, и может быть... Нифига себе, целых 5 осколков. У меня даже на основном аккаунте за сколько там переролили? 5 или сколько? 4000. Не упало... 5, а тут прям 5 упало. Нифига себе. Это жестко. 3 зефира. Блин, офигеть. Ну что вы? Зажлобитесь нам еще хоть пару осколков. Блин, я вышел. Понажимал и вышел. Подвисло. Видите, оно подвисает. Иногда бывает. Жесть. Это вот это жесть. Это с английским серваком не то. Они не выдерживают. Просто тупо не выдерживают.
Давай, рандомчик. Еще сейчас мы плюс можем сумочки открыть. У нас там есть 4 сумки, может, нам повезет. Кстати, я хотел бы пак посмотреть. 4 осколка лисицы всего продают. Офигеть. Такс. Все, мы все шансы зафигачили. Но, блин, 5 осколков упало. Это, конечно, офигенно. Итого 151 осколок. 151, ребятушки. Кстати, скин на Мэри можно уже открыть. Подкачать его до конца. И остальные прокачаны. Все остальные у нас прокачаны. А теперь ждите следующее видео. Вот мне интересно, напишите в комментах, как вы думаете, сколько осколков нам выпадет с 4 вот этих вот сумочек. У меня сейчас 150, но мне по сути надо 50. У нас осталось 50 осколков и 4 сумки первых. Вот как вы думаете, сколько осколков нам удастся вытащить именно лисички? Сколько? Пишите комменты, ждите новый видосик, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.